Уже с февраля российские пенсионеры будут получать одной выплатой пенсию в новом размере, проиндексированную на 8,6%. Комитет Госдумы поддержал поправки об индексации пенсии с 1 января. Расходы на эти цели в 2022 году в бюджете составят почти 550 миллиардов рублей. Документ принят в первом чтении Госдумы. После индексации, по информации Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей. Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января.